Всем доброго времени суток, с вами канал AlexDNPro, и в этом видео я расскажу вам о том, как узнать любые пароли, сохраненные на компьютере, а именно сохраненные в браузере для автозаполнения. Ну, давайте для начала посмотрим, как же это сделать в Google Chrome. Нажимаем настройки, еще раз настройки, и теперь вариант, листаем здесь вниз, дополнительные настройки. Настройки паролей. Нажимаем сюда. И открывается весь списочек введенных когда-либо ранее паролей для автозаполнения. То есть мы можем посмотреть их. Нажимаем «Посмотреть», «Показать пароль». Затем его можно копировать, передавать кому-либо. Вот. Или использовать в своих личных целях. Собственно, в браузере Яндекс такая же схема. Также нажимаем настройки. Крутим вниз. Показать дополнительные настройки. И вот пароли и формы. Нажимаем управление паролями. И также нам показывает пароль на конкретные формы для автозаполнения. Нажимаем «Показать», и затем мы можем его копировать и вставлять уже для входа в систему с любого другого компьютера. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.